Всем привет! Недавно приобрел вот такое кресло и для удобства на рыбалке решил сделать на него обвес. Решил начать с изготовления насадочного столика. Ну и в итоге вот что у меня получилось. В данном видео я расскажу, как и из чего я его изготавливал. За основу данного столика я взял вот такие два пластиковых ящика. Так как производство этих ящиков у нас находится в городе, то достались они не совсем по дешевке. Каждый из них стоит 35 рублей. Ну а каркас для этих ящиков я решил выполнить из труб ПВХ для прокладки электропроводки. Выбрал трубу 16 мм, толщиной 16 мм. Вот таким образом выглядит сам каркас. Для изготовления мне потребовалась сама труба пластиковая 16 мм. Покупал я 2 метра. Ну, где-то почти метр у меня еще остался. Далее нам потребуется 3 уголка на 16 миллиметров. И 3 тройника. Была сложность придумать и изготовить крепление к самому креслу. Так как я не хотел кресло сверлить, то придумал вот такое крепление. Это также элементы для прокладки электропроводки в труб ПВХ. Это крепление этих труб на стену. Передняя труба подлокотника тут тоньше. Подошли вот крепление на 16 мм. Задняя труба, которая спинка, толще, и сюда подошли крепления на 20 миллиметров. Крепление изготовил из куска трубы, в которой вбил выточенный по размеру деревянный брусок, и уже в брусок вкрутил на длинные шурупы крепление для труб. Так, ну, сами размеры я, каркас этого я подгонял под ящики, отпиливал, все скрепил. И для жесткости, для надежности конструкции я везде прокрутил на саморезы, белый саморез. Далее третья точка опоры, это обычная стойка рыболовная. Просверлил два отверстия, верхнее отверстие, чтобы проходила сама пластиковая вот эта рогатуля, а снизу отверстие только для того, чтобы прошла сама резьба. Таким образом вся конструкция держится на стойке. Конечно, если рыбачить на, допустим, бетонной дамбе, то такая стойка уже не пойдет, ее воткнуть некуда будет. Придется придумать какую-то опору с пяткой. Но я в таких условиях не рыбачу, поэтому я сделал таким образом. Сделал специально тут такую опору. Думаю, на рыбалке будет удобно сюда упереть ручку подсачника. Так, ну теперь покажу, как это все выглядит в условиях рыбалки. Ну вот так вот будет все это дело выглядеть на рыбалке. Времени на рыбалку у меня пока что нету, так что вот решил съездить, пока что просто показать, как этот столик выглядит в условиях рыбалки. Ну вот на эту стойку я
решил, что буду класть подсачник. Нагрузку, которую выдержит этот столик, я думаю, килограмм 5 точно выдержит. Вот две пачки прикормки лежит. Ну и запас по прочности все-таки есть. Килограмм 5, я думаю, точно выдержит. Ну а более я на этот столик класть и не собирался. Ну, думаю, также возможно готовую прикормку уже класть вот в этот ящик. Таким образом ловить. Ну а этот ящик оставить под насадку. Так, ну вот такой столик получился. Думаю, все. Если что-то забыл, задавайте в комментариях вопросы. Всем отвечу. Не забудьте оценить видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч. Вспомнил, что забыл показать, как оно крепится, кресло само, и как собирается. Так, ну вот сначала откручиваем стойку. И таким образом снимается. Еще хочу сказать, что не специально так получилось, что рама столика полностью прям подходит под кресло. И вот так вот все это выглядит в собранном состоянии. То есть оно никак не мешает при переноске. Теперь точно все. Все. Всем пока. До новых встреч.